Благотворительный фонд «Система» и МТС дали старт пилотной программе наставничества, стажировок и практик в компаниях группы АФК-Система. В ходе мероприятия представители крупнейших работодателей страны рассказали о карьерных возможностях для молодежи. Программа нацелена на студентов старших курсов колледжей и вузов, а также на выпускников, которые завершили обучение в течение последних 3 лет. Регистрация, отбор на стажировки и практики проходит через цифровую платформу «Лифт в будущее». Очень важна практика, с которой молодой человек выходит на свое первое рабочее место. Еще больше важна вот та точка сборки, которая связывает сотрудника и компанию. Это дает возможность познакомиться с компанией, понять, совпадает ли твоя культура и корпоративная культура компании. Участники программы могут попробовать себя в самых разных направлениях. Среди них IT, строительство, архитектура, HR и маркетинг, агро- и лесная промышленность, тепло- и водоснабжение, фармацевтика, радио и электроника. Только программа оплачиваемых стажировок МТС «Интро» объединяет несколько десятков специальностей. Программа показывает свою эффективность. Больше 25% наших сотрудников, они по результатам программы остаются в штате МТС. Для нас это возможность выбрать самых лучших, самых старательных, самых мотивированных ребят. Помимо очных и онлайн-стажировок запланированы встречи с топ-менеджерами и экскурсии в компании.